Хорошо, мы, надеюсь, услышали. Так, шум в зале. Съемку ведем. 170 сантиметров. Нет, не то, извиняюсь. Здесь только челночный бег у первой попытки. 350 сантиметров челночный бег. Отрезок. А дальше здесь место для пресса и отягощение для приседания с гири на груди 4 килограмма Life Pro. Все, в принципе. Наталья готова? Сейчас чуть подальше встанем, чтобы ручки видны были. Руки вверх подними. Да, все видно. Хорошо. А по команде старт начнешь выполнять. 10 джампиков. Дальше, знаешь, 7 челноков, 5 приседаний. 2, 1, старт! Семь челноков. После седьмого приседания. Все, приседай 5 раз с полным выпрямлением. Три бёрпи. Грудью касайся. Вот. Второй круг, 10 джампиков. Да, 10. Семь челноков. Пять приседаний. Три бёрпи. Джампиков, третий круг. Не то. Успокойся, делай. Семь джампиков, 2 минуты прошло. Семь челноков, пешком иди, если не хочешь бежать. Главное, двигайся, не стой. Молодец. 5 приседаний. Тоже спокойным темпом делай, если тяжело. Вот. 3 бёрпи. 3 минуты прошло. 3. Четвертый круг. 10 джампиков. Семь джампиков. А, 7 челноков. Двадцать секунд осталось. 10 секунд. 5 приседаний. 5 секунд.
Отдыхай. Реген, сосчитай, пожалуйста. Реген, сосчитай, пожалуйста. Ложись. Наташ, 10 секунд. 10 секунд, ложись. Ложись. Жди команды. Время, начали. Сам сочетаю. Что стоишь? Я знаю, я просто. Специальную резинку делаю. Громче. Касайся локтями. Сколько, Настя? Минута 40 прошло. Отдохни лучше. И поближе тазом подойди. Поближе сядь. Скамью пока уберите оттуда. Сюда. Сейчас Наташа закончит. Наташа закончит, мы закончим. Две минуты 10 секунд прошло. Сколько успеешь за 4 минуты? Сколько успеешь? Но надо сделать 50. Две минуты 50 секунд прошло. 31. Ну, ерунда там осталась. Время.
Сколько сделал?